Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Умерла Ирина Богданова, старейшая актриса Иркутского областного театра юного зрителя имени Вампилова, в возрасте 95 лет. Прощание с ней состоится 7 августа в 10 часов, выезд от театра на Александровское кладбище. Ирина Богданова окончила балетную студию в Сталинградском мустеатре, трудилась в ансамбле песни и танца в Астрахани. Однако во время акробатических этюдов получила травму и вынужденно поменяла деятельность. С этого момента стала актрисой. В Иркутске жила с 1957 года вместе с супругом. Первую роль, которую она получила в театре юного зрителя – «Маленький мук». Затем она перевоплощалась на сцене в «Золушку», «Жар», «Птицу» и других персонажей сказок. Умерла Ирина Богданова. При жизни, как вспоминают ее коллеги, у нее был талант – дарить детям сказку во время спектаклей. Благодаря искренней, лиричной игре ее полюбили зрители, уважали в театре. Там она работала больше 20 лет, и не только актрисой, но и заведующей труппой и администратором. Ей была вручена медаль за верность театру. Сотрудники ТЮЗа выражают искренние соболезнования и скорбят вместе с родными и близкими Ирины Богдановой.